налогах. Как грязные деньги связаны с властью? Почему Нидерланды – рассадник таких схем? Меня зовут борцом с преступностью. Но мои улики, чеки и декларации. Взгляните сами, пожалуйста. Что это? Я надеялся, вы мне скажете. Это дело Мартина Хассинга. Все расследования закрыты. Все улики скрыты. Чем вы занимаетесь? Теперь весь мир следит. Вы совершенно одни. Так что если кто-то думает, что это слишком опасно и не хочет участвовать, вот дверь.